законным образом не было предъявлено обвинение. Угу. Вот строго по букве закона он не является обвиняемым. И все это время он сидит незаконно, потому что его арестовали как обвиняемого. Угу. Обвиняемым, согласно уголовному процессуальному законодательству, не является. А вот эта сумма, которая ему предъявляется, 28 миллионов рублей, это вообще что? Высосана из воздуха, из пальца. Это для того, для громкого словца? Ну, чтобы вот вон какой показать, вон какой большой ущерб. А то, что из этой суммы определенная часть по закону уже должна была поступить в федеральный бюджет, и она поступала, они на это не обращают внимания. То есть все деньги, ну, то есть часть денег отправлялись в Москву? Большая часть. Да? Большая часть. Как я понимаю, ни по одному из обвинений Жуев себя не считает. Ну, если человек невиновен, почему бы себя отговаривать? Он невиновен. Вот его отговаривают, говорят, вот свидетель, а она такая же подозреваемая. Вы знаете, чем отличается статус подозреваемого от свидетеля? Подозреваемый Соловьев, который его отговаривает, она может говорить все, что угодно. И ей за это никакого уголовной ответственности не будет. А свидетель, да, он предупреждается об уголовной ответственности. Но единственный, кто обвиняет Межуева, хотя бы в чем-то, да, там, и даже ни разу не сказал, что деньги ему якобы ему передавала, это Соловьева, подозреваемая. А ее показания берут за основу почему-то. А почему она так делает? Ну, и вопрос не ко мне, к Соловьевой. Может быть, она пытается, так сказать, вы знаете, смягчить? Мы можем рассуждать много чего. Это вопрос не ко мне. Почему она так делает? Почему следствие так делает? Почему даже не предоставили ни одного номера, правильно сказал Межуев сейчас, она говорит, под госзащитой. Если бы ей кто-то позвонил с угрозами, то это обязательно было бы зафиксировано. И это бы предоставили в суд. В суд ничего не предоставили. Ни одной записи, ни одного соединения. То есть ей никто не звонил. Это высосано из пальца. Но она, как подозреваемая, ответственности за это не несет. В дальнейшем вы будете бороться за смягчение? Естественно. Теперь пойдем касаться. Все, спасибо.